В Чебоксарах прошел республиканский конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой. Вместе со строгим жюри оценивали чтецов и мои коллеги. Республиканский конкурс художественного слова проходит уже в пятый раз. Конкурсанты читают и рассказывают на чувашском языке. Огромная любовь к родному наречию заставляет участников, детей и взрослых, находить самые интересные литературные произведения. На республиканский этап конкурса приглашены только победители и призеры районных и муниципальных чтений. Юрий Кириллов – один из постоянных участников и призеров конкурса чтецов. Без особой патетики, но эмоционально, с глубоким чувством рассказывает он о родине, о том, что близко и понятно каждому. Надо любить поэзию, искусство, душою войти в содержание почитаемого своего стихотворения, а потом чувствовать себя так, как будто ты сам пишешь. Поэзия, проза и монолог – традиционные номинации. И в каждой из них есть победители. Народная артистка СССР Вера Кузьмина считает, что будущее республики – ее аутентичность в руках таких знатоков родного слова.